Ребят, всем привет! Сегодня у нас новое видео, Новый год, новое видео. Посмотрим, что у нас есть в данном магазине. На сайте уже прочекал, пишет то, что много, но я тут выяснил, то, что много, это оказывается там больше 10 штук. Поэтому пишет много, может быть мало. Так, смотрим, что здесь есть. Вижу Matchbox. Hot Wheels пока не вижу. Кстати, прикольный фордик. Ну, лучше была компьюпошка. Так, снизу еще Matchbox. Короче, ребят, везде висит вот это вот чудо-юдо. Как вы к нему относитесь? Мне, допустим, не очень нравится. Пишите в комментариях, как вам вообще это вот. Тем более по 200 рублей. Стоила бы она, не знаю, сотку. Либо 50. Еще, может быть, нормально на детали. Так, здесь у нас ничего нету. Так, ребят, заходим, смотрим штрих-кодик. У нас в телеге. Так что, если тебе нужен, заходи. Там он есть. Как новый Hot Wheels. Там можно пробить. Так, 13 штук. А это, кстати, грустно. Видите, я как говорил, 10 штучек есть, пишет то, что много. Давайте попросим, посмотрим, что тут у них есть. Может, есть что-то интересное, может, ничего нет. Две штуки. А у нас праздники новогодние прошли, коробок пустых очень много. Понятно, расскажи, там числится 13. Потому что еще не было списания, еще число не наступило до списания. Грустно, грустно. Даже этим не стали уже выставлять целым. Да это можно выставить такое себе. Ладно, пойду в небо. А когда примерно поставки известны, нет? Приходит почти каждый день. А что именно придет, мы не знаем точно. В интернет заходите. Вот, захожу на сайт, и написано то, что у вас много числится моделей. Ну, вы сейчас сами сказали, 12 штук это много? Нет, конечно. Ну, на сайте написано. Просто на сайте есть два параметра. Точнее, три параметра. Попробуйте, знаете, как заказать самовывоз именно со склада. Угу. Так он просто оплачивается сразу, но когда будете выбирать, угу, вот, что вам надо, выберите, остальные деньги вам не дадут. Не, а, так можно? Конечно. Ребят, вы сами все видели, нам вынесли две модели, но за это подсказали, сказали сделать интернет-заказ. Поэтому в следующий раз попробуем сделать интернет-заказ. Если особенно в магазине числится то, что их много, мы закажем как минимум 10 штук. Соответственно, нам придется, скорее всего, оплатить сразу, но когда мы будем забирать, мы выберем то, что нам интересно, и, соответственно, привезут сюда, я так понимаю, какие-то платные модели, мы выберем из них, что нам интересно, и остальные деньги нам вернут. Ну, в теории так работает, нам сотрудники только что рассказал. Поэтому проверим эту схему, сказать, проверю для вас, если все нормально, потом будете пользоваться. Так, ну что, переходим в следующий магазин, там, в принципе, я чекал, на днях количество, там было 53 штуки, поэтому посмотрим, сколько там сейчас осталось. Переносимся туда. Ребят, мы перенеслись в небо. Пойдемте взглянем сперва в терминале, сколько там осталось сейчас. В прошлый раз еще раз повторяюсь. В прошлый раз смотрел, там было 53, вроде что-то такое, 57, где-то так. О, кстати, запакер. Чек. О, 57. Отлично. Короче, 57 моделей есть, поэтому есть что спрашивать. Есть что получить. Кстати, по матчбоксу. Прикольная моделька. Форд старенький. Ну, конечно, любителя. Matchbox сам на любителя. Вот еще Ford. Короче, Фордов прям много у Matchbox в последнее время. Ну, кстати, да, вот, ребят, для диорамы мотоцикл, который в правильных пропорциях. Прикольно. Его, конечно, надо подкрасить, все дела. Так, ладно, мы здесь за Hot Wheels. Смотрим то, что у них опять здесь нет Hot Wheels. Здесь тоже нет Hot Wheels. Здесь есть запакер. Что за пакер? Сегодня скупишь всех Hot Wheels по 200 рублей, выставишь их по 500. Куплю в магазине, чтобы продать на Авито. Что, ребят, как обычно, здесь ничего на полках не выставлено. Числится 57 моделей. Пойдемте спрашивать у сотрудников, пусть нам выносят коробку. Здравствуйте. У вас есть? Числится 57 моделей. Должно быть на складе. Не факт. Ну как, 57 моделей. Так, ребят, сотрудница опять говорит, что не факт, что есть модели. Типа 57 моделей, ну камон. Потому что я уже в прошлый раз приходил, когда числилось 72 модели. Вынесли 15-20 штук, сказали, что все, типа все, что есть. Даже, мне кажется, меньше 20 штук. Поэтому сейчас посмотрим, что нам в этот раз скажут. Я уверен, что там, по сути, все те же самые модели остались, короче.
потому что, судя по магазинам, завозов еще не было. По сути, все те же самые старые модели, короче, которые были в прошлый раз, еще в прошлом году. Кстати, пока ждем, хочу вам напомнить о том, что есть у меня второй канал, где я играю в игры. Поэтому, ребят, если вы скучаете по моим роликам, можете переходить, посмотреть игровые ролики и также присоединяться и играть вместе со мной. Ребят, только для подписчиков моего канала. Разыгрываю 10 данных автомобилей. Как его приобрести? Все очень просто. Залетай на сервер Дубровский Синдикат, введи мой промокод SLOTUS и найди меня в игре. Когда ты меня найдешь, я тебе подарю данное авто. Все условия рассказал. Обратно в сюжет. Так, что-то все-таки есть, да? Это что? Это не мое. Это я. Так, я посмотрю. Так, ребят, все-таки что-то есть. Сейчас будем смотреть. Что-то интересное. Так, также меня подписчики попросили Форда найти. Так, я, точнее, сам написал. Те, кто у меня заказывал модели, чтобы мне было, скажем так, особо обидно платить за доставку, я предложил некоторым такую фичу, то, что я заказываю, ну, точнее, я приобретаю некоторые модели, которые им интересны для них. Ну и, соответственно, кладу ему в их же доставки. Так, что есть? Хаммер есть. Так, смотрим, что есть интересное. Конечно, коробка уже вся такая у нас поюзанная. Хотя снизу, смотрите, лежит ровно. Возможно, там есть что-то путное. Так что есть небольшой шанс на то, что есть какая-нибудь типа СТХ-шка. Так, это у нас какой кейс? Это у нас М-кейс. Так, что, Санек, тебе что интересно? Матчбокс завалялся. Не, вряд ли. О. Старинный. Так, ладно, а потом. Так, смоем, что здесь есть. Так, сейчас вспомню, что здесь должно было быть. В М-кейсе вроде как Ford Mustang должен быть. Так, есть Honda S2000. А, не, ребят, обычный. Ну, Ford Mustang есть. Но он обычный. Что здесь еще есть путного? Короче, вытаскиваем сразу по несколько моделей. Так, давайте вот это отложим. Куда отложить-то? Также меня просили Porsche откладывать. Но я что-то здесь ни того, ни другого не вижу особо. Так, Dodge, это же у нас типа американец. О, это прикольная моделька. Тоже отложим. Ну, сейчас я сфоткаю, подписчику отправлю. Просто я некоторым отправляю в личку, кто попросил именно им привезти. Взят, вот годнота, по сути. Это можно еще положить. О, кстати, ребята, это прикольная моделька. Я что-то не помню, была такая раньше. Санек, а чекни, пожалуйста, М-кейс. Там точно Ford Mustang СТХ-шка. Или я путаю. У нас в группе есть видос, с него можно чекнуть все. Так, Эль Камино. Так, все, ребят. Так, фоточка на превьюшечку. Значит, ребят, сейчас отложил вот такие вот модельки. Сфоткаю подписчику. Посмотрим, что ему нужно из этого. Porsche я здесь что-то не заметил. Возможно, проглядел, но вроде его здесь не было. Так. Короче, сейчас складываю все аккуратненько. И узнаем, что нужно, что не нужно. И, соответственно, приобретем. Еще, наверное, вот это положу туда. Короче, ребят, взял вот эти модельки. Ну, как говорится, с пустыми руками лучше не уходить, если вы напрягаете за коробки. Поэтому надо что-то всегда брать. У меня такая политика.